Я опять в косогор залез. Заломал я. Вон там, внизу. Там круто. Я вон кто, березяки полез. Вон пень торчит. Я думал, там грибочки будут, а там нифига нету. Такая сосна хорошая. И здесь ядрененькая, вон какая. Такие сосны большие. Это вообще крупная. А там он черемуха красная. Уже осень. Пойду вниз. Деревце упало. Вот у него такой комель. Хороший? Я думаю, да. Ну вот сейчас я повернусь к нему. Где-то он там сзади меня. Вот такой примерно. Большенький, да? Постарше меня поди. Ну ладно. Там еще пнище лежит. Все. Я спустился вот с той горы. Не знаю, куда я пришел. Красивая сосна. Эта сосна точно красивая. Она еще на фоне сосенок. Тьфу, сосенок. Осинника. Она будет зеленая стоять все время. Вечно зеленое дерево. Это кто такой? Сокол, что ли? Ну куда идти? Грибов нынче нету. Вон на дёнышке надергал и все. Уже все, наверное, хана. По-моему, это последний выход. Но это не точно. Это не точно. Ну вот я и вылез. Еле-еле вылез. Здесь вот такая красота. Ляпота. Слева сосны там маленько. Справа начинается там березняк. А здесь... Вот я иду домой уже. Вот дорога моя до дома. А вот куст рябины. Он прям большой. Я конфетку закинул. Такую мятную. Фух. А, вот у меня еще что. Вот мой. Добыча моя за сегодня. И вот тут маленько. Фух. Ну все. Трогаюсь. Подъем в гору. Если бы можно было, мы бы на машине все заехали. Ну, сергозы, машинка такая, хозяйка просто. Тут засесть можно. Не, здесь никак. Здесь никак ему. Сразу забуксует. И все, и кто нас отсюда потом вытаскивать будет? Лучше мы пешком походим. Ну, вот такая вот здесь. Такая здесь природа. Наша, местная. Все, теперь точно попер. Сейчас вот этот цап-царап. Все дело. И побежал. Ну, всем пока. И здоровья. Вот так вот красно все здесь. И желто. Фух. Выбрался я. Мне осталось 5 минут до одного места. А там мы поедем. Ну вот и все.